Привет! Сейчас я вам покажу, как правильно тренировать мышцы груди и спины. Антон Селезнев. Двукратный чемпион Санкт-Петербурга в категории 85 килограммов. Двукратный чемпион Санкт-Петербурга в категории ветераны. Двукратный абсолютный чемпион России в категории ветераны. Чемпион России в категории мужчины 80 килограмм. Жим штанги лежа. Лопатки сведены. Опускаем штангу на уровень сосков, локти под грифом. Выполняйте 3 подхода по 8-12 повторений. Последние 2-3 повтора предельные. Жим гантелей на наклонной скамье. Исходная позиция. Руки с гантелями наверху. Опускаем строго через стороны. В нижней точке кисти ниже уровня груди. Выполняйте 3 подхода по 12 повторений. Отжимания на брусьях. Локти в стороны, подбородок опущен, спина скруглена. Выполняйте 3 подхода с максимальным количеством повторений. Подтягивание. Грудь вперед, не сутулимся, подтягиваемся до переносицы. Локти идут строго вниз. Выполняйте 3 подхода с максимальным количеством повторений. Тяга штанги в наклоне. Поясница прогнута, ступни жестко стоят на полу. Не раскачиваемся. Голова поднята, взгляд вперед. Локти широко не разводим. Выполняйте 3 подхода по 8-12 повторений. Тяга блока к животу сидя. Тянем к низу живота. Максимально сводим лопатки. Опускаем, выводим лопатки максимально вперед. Торс неподвижен. Руки до конца не выпрямлять. Выполняйте 3 подхода по 8-12 повторений. Спартуха рекомендует для устойчивого набора массы включать в рацион Гейнер. Углеводно-белковая смесь с креатином, аргинином, глютамином и BCA до и после тренировки. Сывороточный протеин. 2-3 раза в день в промежутках между едой и на ночь. Аминокислоты. Натощак или с завтраком. 1-2 порции. Витамины. Каждый день на протяжении 2-3 месяцев. Материал подготовлен для интернет-магазина спортивного питания sportuha.ru. Съемки производились в фитнес-клубе «Фитнес-хаус».